Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня мы в фикс-прайсе. Вы на канале Акварелька. Зовут меня Наталья. Давайте посмотрим, какие здесь есть новинки, какие цены на товары. Сегодня здесь очень много народу. Предпраздничные дни. Вот, все выбирают себе подарки. Подарки для друзей. В общем-то, конечно, тут вот отдел. Я зашла, где поменьше народу. Вот, а остальные там протолкнуться. Ну, попробуем сегодня вместе с вами посмотреть. И из новиночек вот вижу вот такие вот ёршики красивые, прозрачные стаканы. Ну, это, конечно, все пластик. Цена 50. Так, вот, наверное, 149, я думаю, цена. Потому что здесь, вот, смотрите, 79, 149, 59 это вот. 79, в прошлый раз я неправильно говорила, но поправилась уже по цене. Так что вот перед вами цены. Так, интересные мочалки для душа по 79 рублей, такие с глазами. Вот такие вот мочалки. Так, ну вообще, конечно, здесь можно еще купить вот такие наборы для вышивки. В прошлый раз я их показывала в своих обзорах. А здесь вышивка бисером 20 на 20 картинка получается. Знаете, вот 10 цветов бисера. Внутри там в наборе есть игла, нитка мулине. Так, ну и сам вот этот рисунок. Ну и, конечно, тут вот наборы разные. Здесь вот еще есть алмазная вышивка 99 рублей. Но вот я показываю для вышивки бисера. Ну, здесь вот всего три цвета бисера. Так, и еще с тюльпанчиками. Я с тюльпанчиками брала такой набор. И у меня получилась брошка. Я не стала вышивать вот как на рисунке, а сделала брошку арбузик. Потому что тут вот цвета как раз подходящие были. Много красных оттенков и зеленых. Так что вот подошла творчески к работе. А вообще, конечно, тут есть вот и нитки мулине по 149 набор. И пряжа вот разная. Еще мне приглянулся вот такой набор. Правда, он запечатанный, посмотреть нельзя. Для шитья 149 рублей. Вот что входит в наборчик в этот. Так, ну и помимо этого есть... Они вот под цвет тут разные. Помимо этого есть вот такой наборчик. 79. Здесь уже побольше разных вещей, деталей. Ну, в общем, вот такие вот. А вот алмазные наборы, по-моему, это вот эти вот. Или нет? Или это тоже? Нет, вышивка бисером. Посмотрите, как много здесь их оказывается разновидностей. Вот есть вот такие вот. Вот цвет бисера можно подобрать. Кстати, бисера там много в наборе. Вот они тут вот видны. Вот эти бисеринки. Они мелкие, конечно. Вот иголка там подходит. Вот. Также вот можно купить вот такие носочки Zoe, спортивные. Вот нравятся мне такие свеженькие носочки. Хлопковые. 79 рублей. Так, а вот эти 59. Тоже Zoe. Но в прошлый раз показывала, какие женские носочки. Тоже много новеньких было. По-моему, их даже уже разобрали, которые я показывала. А нет, вот они есть. Интересные. И даже босоножки, смотрите, какие завезли. Тут, между прочим, вот такая нитка сплетена. Натуральная. Так, напишите, как она называется. Забыла эту нитку, все время забываю. Это пеньковая, как она по-другому еще называется. Ну и вот такие вот тоже. Вот такие вот сумочки. Здесь, кстати, есть вот потайной такой кармашек, открывается. Ну, она тканевая, как плащевая. Внутри кармашков нету. Удобный ремешок. Вот он такой блестящий, тканевый. Единственное, что вот мне не нравится вот этот. Хотя, может быть, они прочные. Это пластиковые. Цена, я думаю, у них 300 рублей. Так, ну вот такие вот есть мужские. Вот такая вот подставка. Симпатичная, из нержавеющей стали. Но и здесь полипропилен для кухонных принадлежностей. Цена 599 рублей. А также можно купить простыни на полутораспальную кровать 349 рублей с
состав 100% хлопок, размер 150 на 210 сантиметров. Вот цвета розовые, бежевые и голубые. А также можно купить наволочки под цвет по 149 рублей, 50 на 70 сантиметров. Так, только это вот одна или две тут сразу? Наверное, одна. Так, я смотрю, вот кружки. Остались только такие по 299. Ну и еще вот по 199. А вот которые были по 99 красивые в коробках с мелким цветочком, я их уже не вижу. Также в прошлых обзорах показывала, саженцы есть, роз. Да, и вот эти вот светильники, выяснила я сегодня цену. 99 рублей повесили ценник. Наконец-то. И да, в прошлый раз мне понравились вот эти настенные декорации. Теперь вот появился еще один вид. 249. Ну, также есть зелененький и розовый там. И посмотрите, какие искусственные цветы. Дихондра, да? Темные и светлые. Также вот такие вот можно, да, прикупить. Лаванда в горшочке. И из новинок вот есть шкатулки круглые. Покрытие бархатное, поэтому здесь все вот упаковано хорошо. Сверху здесь золотой цвет, кругленькая ручка. Внутри вот информация, цена 199 рублей. Три цвета. Есть еще вот такой. А нет, синенький. Вот. Синенький и черный цвет. Можно купить в подарок. Так, вот такой вот детский крем появился в экспрессе. Он стоит 59 рублей. И здесь есть витамины А, Е и экстракт ромашки. Хороший крем, мне нравится. И вот такие ватные палочки «Солнце» и «Луна». 59 рублей. 60 штучек у них. Вот там форма такая вот интересная. Еще есть детский крем легкий, увлажняющий. 79 рублей. Также вот в подарок можно приобрести бурлящие шарики с игрушкой. 124 рубля. Интересно. Ну, это детский отдел. Тут вот стиральные порошки и мыло, и гели. Салфетки разные. Ну и в стиле лофт. Вот есть такие подставки кругленькие с новинок. Вот они. Цены только тут вот не вижу. Надо смотреть. Так, вот такие вот корзинки разные. Так, такие подставочки круглые. Посуды здесь, конечно, очень много. Вот новенькую нашла пиалу. 83 рубля на 600 миллилитров. Она такая легкая. Но это керамика, фарфор. Такая вот форма интересная, смотрите. Ашабахчи. Да, очень красивая тарелка. Симпатичная. Интересно, сколько стоит? Одна денешенька. А нет, вот еще вторая есть. Да, вот заново завезли вот эти вот чайники. Квадратные внизу. И такие похожие на пирамиду. С металлическим ситечком. 740 миллилитров, 249 рублей в ленте. Они по 800 такие рублей. Но есть вот такие чайники на литр 400 большие. 299 рублей. И френч пресс тоже по такой цене. А смотрите, какие красивые стаканчики. Весенние. Да, очень классно смотрится. Кстати, вот таких расчесок давно не было, да? Хорошо сушить волосы, делать прическу, придавать форму волосам. Вот. Потерялась такая. Вот это вот тоже хорошее. Вот такое интересное подвесное кашпо металлическое. 149 рублей. Такая вот ручка здесь.
Вот по 124 можно купить ежедневные прокладки. Было с экстрактом бамбука. Нежность и комфорт. 60 и плюс 10 в подарок идет. Кстати, вот здесь можно купить лак для волос. Прелесть. 360 миллилитров, 199 рублей. Так, и вот лак для волос вот такого плана. 124. Профессиональный шампунь 99 рублей. Так очень высоко вот на полочке. Там у них удобный дозатор. И краска для волос. Вот такая по 99. И 62. Но я пользуюсь от Faberlic. Там очень хорошая краска. Бережно и нежно окрашивает. И у них запах хороший. Вот этот шампунь, кстати, хвалили. Турецкий. Здесь три вида их. По 170 рублей по карте. То есть снизилась на них цена. На эти шампуни 600 миллилитров. Так, вот это вот тоже хвалили. Бальзам для волос на основе соли Мертвого моря. Еще шампуни вот этого плана тоже хорошие. Вот это тоже понравился. Бель коктейль 99 рублей шампунь. Так, вот такие вот новые книги. Смотрю. Полотница. Интересно, про что тут? Тихие гости. Три брата из жемчужина дракона. Радио Морок. В общем, вот такие вот новые книги завезли. Вот какой красивый поднос, большой, металлический. Да, удобный для кухни. И такой рисунок красивый. Такие вот тарелочки новенькие. Тяжелые, опаловое стекло. Еще вот нашла такие спонжи для макияжа. В наборе три штучки, они такие маленькие, аккуратные. Вот по цвету можно выбрать с розовым спонжиком. Ну и вот такой вот. Цена 59 рублей. Жидкость для снятия лака. 150 миллилитров, 79 рублей. И укрепляющий он. Удобная здесь помпа. Так, вот такой лосьон есть за 79 рублей. Чистая линия. Напиток чайный в гранулах. Лесные ягоды. 79 рублей. Такая вот упаковка. Так, вот есть в пакетиках Акбар. Здесь по 55 рублей. Вот эти вкусные хрустящие палочки глазури. Они 29,50 стоят. Очень дешево. Ну, такие вот для перекуса вкусные. Ну, и кто любит молоко, вот есть трубочки. Для придания вкуса молока 33 рубля. Так, ну, на этом, наверное, я буду заканчивать свое видео. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Всем удачных, выгодных покупок. И с наступающим праздником весны. Днем 8 марта. Пока-пока, до новых видео.